Хабаровский авиационно-спасательный отряд МЧС с недавних пор обслуживает свои самолеты и вертолеты в уникальном надувном ангаре, созданном нижегородским предприятием «Ангарстрой». Мобильная конструкция, полезной площадью 1800 квадратных метров, была доставлена на аэродром «Центральный» всего лишь в 3 40-футовых контейнерах. Подробнее в репортаже Надежды Лях. Поднимается сам, наполняясь воздухом. Не требует фундаментов. Ему не нужен долгий круг согласований и разрешений. Но главное свойство надувного ангара – это мобильность. Переносить ангар с места на место можно многократно. Мы увидели на международном московском авиасалоне «МАКС», представленную компанией «Ангарстрой» из Нижнего Новгорода, аналогичную пневмокаркасную конструкцию. Ее взяли за основу при разработке технического задания. Этот ангар имеет внутренние размеры в длину 48 метров, в ширину 40, в высоту 20. Таким образом, сюда помещается самолет B-200 ЧС, а также самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т без демонтажа лопастей несущего и рулевого винтов. Эксплуатируем мы его постоянно. Здесь проходит плановое техническое обслуживание, устранение внезапно возникающих каких-то неисправностей. Раньше это все проводилось на улице, и в снег, и в дождь, и в ветер. Комфорт для людей увеличился в разы-то однозначно. Ангар спокойно держит ветер до 45 метров в секунду. Снег с крыши сходит сам. А случись авария с подачей электричества, автоматика мгновенно переключит его на собственную энергоустановку. 3 месяца понадобилось нижегородцам, чтобы осуществить этот явно прорывной проект. Надежда Лях, Роман Матвеев, Вести Хабаровск.